Малабек Бутешев творит искусство в этой небольшой студии. Говорит, что решил раскрасить этот зимний день в яркие цвета и запечатлеть образы, что в сердце. Он занимается творчеством с малых лет. Делится, что вдохновителем стал его учитель. Когда я был ребенком, к нам в школу пришел учитель, художник, мастер своего дела. Он меня сильно впечатлил. Так я увлекся красками. Я нарисовал одну картину и показал учителю. Он меня похвалил, и я сразу решил записаться в пионерский кружок. Затем я подал заявку на рисование в университете, потом стал работать в Союзе художников. Художник говорит, что вдохновение – это вспышки озарений, потоки энергии, которые могут прийти в любой момент. Именно это стимулирует его к дальнейшему развитию и продвижению. Иногда вдохновение приходит ко мне во время прогулки, и тогда я спешу в эту студию, чтобы успеть запечатлеть все те образы, которые пришли в голову. Прихожу, и краски сами ложатся на холст, и я творю до самой поздней ночи. Например, великий художник Герцен всегда и везде ходил с папкой бумаг. Ведь вдохновение может прийти где угодно, и тогда он сразу брался творить. Нашего героя больше интересует живопись. Один или два раза в год художники с разных уголков страны собираются вместе, чтобы запечатлеть на холсте нашу прекрасную природу. Недавно мы были в Аксы, Кербени. Туда художники съехались отовсюду. Например, эта картина отображает простую жизнь кыргызов. Я нарисовал около 20 картин. Скоро повезу эти холсты в Бишкек на выставку. Художник дает название работам, которые близки его сердцу. Он старается быть в курсе всех творческих мероприятий в стране, ведь свои работы он продает на выставках. Сетует, что наши соотечественники не так высоко ценят произведения искусства. Основные покупатели его работы – это иностранцы. Елена Ткаченко, Джибек Капарбекова, Салика Сариева, Нурлан Иманалиев, Алато 24, Талас.